И всем привет, вы на канале Суперкошка, с вами Варя, и сегодня мы будем играть в Тома. Я совсем капельку поиграла за кадром, и уровень не повысила, и мне кажется, даже до половины там еще не дошло. Да, всего лишь четверть, а даже чуть-чуть меньше. Он даже не успел еще даже проголодаться и даже не захотел в туалет сходить. Ладно, дадим ему пряник. И, конечно, чуть-чуть погладим. Играла я сегодня и недавно, поэтому он даже не захотел ничего. Давайте... Да, извините, я даже попутешествовала без вас. Давайте побьем пока, разобьем уточку. Сколько нам там? 5 раз, уже 4. Надеюсь, выпадет какое-то... Я забыла, на самом деле, что там дают. Либо шерсть разноцветная какая-то, либо костюм, либо очки. Я забыла. Но я 100% помню то, что нам дают сейчас посмотреть рекламу, да? Не понял. А что она не бьется? Лагает? Не понял. Смотрите, я разбила. Я сейчас, я нажимаю. Везде нажимается. А тут не нажимается. Не поняла. А, все. Так, сейчас я смотрю рекламу. Так, я посмотрела рекламу и выяснила то, что тут можно получить очки. Очень хочу получить очки. Но мы уже их пролистали. И мы получили 6, что это, бутербродиков каких-то с помидором и еще чем-то. Так, ну давайте тогда поиграем. Я очень хочу побить рекорд. Я пыталась за кадром, у меня ничего не получалось. Не знаю, слушайте, я вот забыла сейчас выполнить ежедневное задание. Как же ежедневное задание? Так, если это какая-нибудь память и все такое, я не буду, вот, например, вот это, я не буду выполнять рекорд. Так, секунду, подождите. Так, я вот тут вот не хочу рекорд побивать, потому что, ну, тут слишком долго. У меня рекорд очень большой, поэтому я вот сейчас выполнила задание и выйду. Если это какая-нибудь будет башня из тортов или наверх, ну, или только вверх, тогда я попытаюсь. Так, какое у нас там следующее? Следующая игра. Память. Ну, ладно. Все, набрали. Выходим. Извините, то, что я постоянно видео на паузу ставлю. Так, набери 142. Так, набираем потихонечку. Тут рекорд бить тоже очень долго, поэтому не буду. И у меня он тут большой. Так, все. Выполнили. Надеюсь, следующее, это вроде последнее будет, задание... Какое-то быстренько, желейком, понятно. И тут тоже не буду бить рекорд, это у меня очень долго получается, в желейке. Вы смотрите на мой рекорд, 83 тысячи и 3. Я хочу какой-то, ну, на какой-то быстренькой игре побить рекорд. Например, как только вверх или побег Тома. Или еще что-то есть. Так. И вот летающий Том, или как он там называется. Вот такие я хочу побить рекорд. В таких играх. Так. Так, все, квест мы выполнили. Забираем. Что там у нас? Ой, хочу 3 бриллиантика. Ну, пожалуйста. Второй раз подряд это выпадает. Ладно, давайте попробуем побить в дорогу. Знаете, вот всегда, когда именно хочу побить рекорд, он не побивается. А когда я просто играю, и меня вообще все равно, побью я там его или не побью, я его побиваю. Вот у кого такое же, вот, интересно, вот. Так-с. Ну,
На самом деле в дороге у меня тоже большой рекорд. Вот вы скажете, 307, ну, для тех, кто не знает. 376 это мало, на самом деле. Там в конце, вот я просто сейчас в туннель заедем, я покажу, как там надо рулить. Там просто вот огромная скорость, и там вот так все, вот так вот, вот так вот. И причем это только звездочки. То есть, когда мы собираем монетки, у нас ничего не прибавляется, только звездочки. Так, сейчас я... Блин, ладно. Так, 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 так. Чуть не проиграли. Да блин. Ой, ладно. Нет, так нет. Такс, ладно, не побьем мы сегодня рекорд, наверное. Тем более, я даже не знаю, в какой игре мне побить рекорд. А знаете, можно попробовать вот тут, но вы просто устанете слушать звуки разбивания Тома. У меня там 25 рекорд. Я, конечно, понимаю тех людей, которые эта игра дается лучше всех, и у которых там рекорд 100 с чем-то, но... Я одна из тех, у которых эта игра очень сильно хромает. Да. Да блин. Все, последний раз пытаюсь. Ладно. Нет, так нет. Значит, не судьба сегодня. Давайте побег Тома. Наверное, в следующем видео я буду играть в такие долгие игры. Там, например, в желейку буду играть. И не поддаваться. Все быстренько так. Фаст. Раз, два. Нет! Фуф! Думала, уже все. Так, тут стрелы. Тут ничего нету. Ран! Фуф. Аккуратно. На монетки уже вообще внимания не обращаю. Так, а довольно-таки мы сейчас хорошо забрались. Но шансы до сих пор маленькие. Ну, очень маленькие на то, что мы все-таки побьем рекорд. Ладно. Вот всегда всегда вот тут решает все просто миллисекунды. Давайте поиграем космическое пианино. Так. Вы знаете, что я просто не понимаю, как играть в космическое пианино на компьютере? Я не понимаю. Это что, вот... Ну как мышкой ты владеть, чтобы вот так все быстренько? Моя любимая, кстати, мелодия. Да, лагает. Давайте сейчас башни из торцов попробуем. Пробить рекорд. Сейчас проиграем только. Башни стартов. М-м-м.
Я комментировать не буду. Тут чего комментировать? Смотрите, смотреть. Так. Нет, вы сколько там? Сколько было? Сколько там? Совсем маленький. Я уверена, там было совсем маленькие кусочки. Я прям очень, прям на 100% уверена. А что, мне не дали рекламу пропустить? Я ж нажала пропустить. Это нечестно. Ладно. Ладно. Десять кусочков. Нет, я еще хорошо схочу. Кстати, да, лайк с тех, кто заметил то, что сначала когда первые кусочки, вот такое небо голубое, а когда уже выше, там звезды. Лайк с тех, кто это заметил. Посмотрим, сколько у нас тут таких внимательных. Знаете, не хочу как-то. Вот чтобы... Давайте попробуем в голову. Я вот не пытаюсь даже так прям вот побить рекорд прям в голову. Прям не было у меня такого желания. Вот у меня обычно, когда я захожу в том, есть цели. Ну, например, просто побить рекорд в какой-то определенной игре. Или... Ну... Выполнить ежедневный квест, повысить уровень и все такое. Открыть несколько подарков, ну, определенное количество. Знаете, вот я даже не присматривалась на мячик. Вот он такой красивый. Не засматривалась. Вот ставьте лайк, кто не засматривался на мячик. Так. Ну все, Анжела... Уже победила. А может и нет. А может и... Ну да. Давайте еще раз попробуем. Последнюю. И будем нашего Тома спать. Укладывать. Самая расслабляющая игра. Только те люди, у которых левое полушарие, могут убрать все кубики. Ладно. Мне кажется, это не так. Блин, так же прям захотелось эту игру скачать. И да, напоминаю, когда у меня будет 22 подписчика, то есть когда еще один человек подпишется, я буду тестировать игру. Ну, например, как Том за золотом или Subway Surf. Ну, если памяти, конечно, хватит. То есть, ну, скачивать игру, записывать видео, оценивать там, советовать, скачивать вам ее или не скачивать. И удалять. Поэтому, человек, ты, именно ты, который смотрит это видео без подписки, подписывайся. А тем временем нас Анжела побеждает. Аккуратно. Ой! И к воротам. Неужели мы сейчас Анжелу еще победим? Просто так, случайно. Ладно, не случайно, конечно. Оп. И неужели-то? Аккуратно. Стоим. Оп. И хоп. Ладно. Есть.
А вот с Джинджером вторым уже такой не выведет. Аккуратно. Фух. Неужели? Мы-то со счетом 0-3 в нашу пользу мы победили второго Джинджера. Так, то второй Беннет уже слишком. Второй Беннет уже слишком. Чтобы победить его со счетом 0-3. Так, я не буду комментировать, но тут пока нельзя комментировать вообще. Вот прям полностью нельзя. Есть! Со счетом 1-3. Но второй Хэнк. Это я не знаю, чтобы. Хотя, знаете, вот такие. Ну, смотрите, какие у него ворота маленькие, какие у меня. Они огромные просто. Аккуратно. Аккуратно. Так ж, так ж. А, ё-моё, помогите. Помогите. Мы проигрываем. Ну все. Ну, смотрите, какие у меня ворота, какие у него. Ну, вообще-то, это довольно-таки честно, потому что в первом раунде с первым Джинджером. Ё-моё. У нас были маленькие ворота, а у него огромные. Вы просто посмотрите. Да, я говорил то, что это будет сейчас маленький. Сейчас последний. Последняя уже карточка. Да, смотрите, какие сейчас у меня ворота, какие у него. Это все равно то, что. Вот представьте то, что Джинджер это я. А наш игрок, наш Том, это второй Хэнк. Ну, это то же самое, если вы заметили. Когда-то на этом наше видео будет заканчиваться. Да, на что он уже захотел спать. Да, пусть он скушает огурчик на ночь. Или нет, молочко у нас есть. Сейчас купим. Сейчас купим молочко. Так, где там у нас молочко? Так вот. Оденем пижамку. Ой, пижамку и нажимаю на еду. Гардероб. Где у нас тут пижамка? Я пролистала. Так. Вот звездная пижама. Уже ночь типа. И только пижамка светит. Так, где у нас молочко? На ночь. Пусть выпьет. Вот. А, у нас еще одна была. Ладно, выпьет. Ходит в туалет. Так, его помыть надо? Ну, конечно, моем его на ночь. Первый раз вот за всю историю моего канала мы моем Тома на ночь. Перед сном. Ой. Ну, на этом видео будет заканчиваться. И, конечно же, оно закончится именно на рекламе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.